Всем привет, дорогие друзья! Доброго времени суток всем, кто подключается. Меня зовут Оксамита. Город Киев, Украина. Я выхожу в эфир из нашей студии здесь, в Киеве, которая называется «Притяжение неба». Моя надежда, что это время, которое мы с вами проведем, приблизит нас и притянет нас к небу, ко всему тому, что сегодня так необходимо нам, ко всему тому, что оснастит нас силой, стойкостью, все то, что поможет нам остаться на плаву, даже посреди войн, военных слухов, посреди потрясений и болезней, среди которых мы находимся. Подключайтесь, пожалуйста, напишите, как видно, как слышно. Спасибо огромное за поддержку и репосты. И мы начинаем, как вы увидели в названии, это эфир с названием «Как выжить во время войны. Мои главные уроки» и часть 2. Совсем недавно мы выходили в эфир, где рассматривали первые уроки, которыми Господь наполнял нас буквально с первых дней войны. Если вам интересно, обязательно зайдите на канал в YouTube и посмотрите первую часть. Ну, а это вторая часть. Итак, мои главные уроки во время войны. Как выжить? Сегодня мы рассмотрим несколько уроков, которые называются так. «Призвание верующего человека» номер один, или призвание церкви номер один. Второе. Враг церкви номер один. Это очень интересно. Третье. Зона роста церкви номер один, или друг церкви номер один. Я благодарю вас. Пожалуйста, напишите в комментарии, все ли хорошо видно и слышно, и мы будем начинать тогда, друзья. Спасибо. Итак, номер один. Призвание церкви номер один. Поехали. Вот что я написала себе. Вот что дало мне полную свободу, уверенность и дерзновение. Откровение, которое пришло свыше. Откровение, которое, в принципе, было спрятано внутри нашего духа до этой войны здесь, в Украине. Откровение, о котором мы молились, о котором проповедовали, о котором мечтали. А именно, оно... Призвание церкви не меняется ни до, ни во время, ни после войны. Только в плоскости призвания церкви, которое церковь получила вместе со своим статусом и оснащением, только в плоскости этого призвания мы с вами неуязвимы, мы с вами защищены, мы находимся под покровом Всевышнего. Итак, что же это за призвание церкви? Номер один – это преобразоваться в образ нашего Господа. Это значит обновлять наш образ мысли, наше мышление, буквально думать о горнем, помышлять о горнем, о том, что интересует сегодня нашего Господа Иисуса Христа. Я буквально недавно прочитала, помните, когда апостол Петр вдруг так вот впечатлился тем, что Иисус говорит: «Мне нужно погибнуть, мне нужно быть убитым ради вас». И он говорит: «Да не будет этого с тобою». Посмотрите, что ответил ему Иисус. Он говорит: «Отойди от меня, сатана». Это было жестко. Но потом что он сказал? «Потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое». Родные, это очень серьезный ключ или лайфхак, особенно во времена потрясения. Потому что Иисус очень жестко охарактеризовал какую-то, как мы бы подумали, ну это минутная слабость, но Петр встретился с перспективой смерти его учителя. Конечно же, он имел право поступить душевно и подумать о человеческом, а не о духовном. Но Иисус был бескомпромиссен и прям. Он назвал буквально чем-то безбожным думать о человеческом, а не о Божьем. Родные, в эти критические моменты, годы перед пришествием Господа, есть вещи, которые становятся очень радикальными. И то, что раньше мы могли себе позволить, ну как же, смотрите, столько всего происходит, мы же эмоциональные, мы же душевные, да, мы церковь, да, в нас живет Дух Святой, но смотрите, что происходит вокруг. Апостол Петр хотел сказать то же самое примерно. Иисус, да, я понимаю где-то, что ты сын Бога живого. Да, я понимаю, что без твоей смерти на кресте не бывать искуплению, не бывать церкви, не бывать главному Божьему замыслу. Но можно я побуду чуть-чуть просто человеком? Да не будет этого с тобою.
Иисус очень жестко конфронтировал с Петром. Он говорит: сейчас ты действуешь не под влиянием Бога, а под влиянием сатаны. Родные, все это я вам говорю в контексте призвания церкви номер один. Призвание церкви номер один настолько соединиться и отобразить образ Бога, что мы буквально становимся неудобоваримыми, непонятными этому миру. Но именно вот такие люди способны зайти в эти печи и вытащить людей из отчаяния и ожесточения, гнева и мести. Потому что все это не творит правды Божьей. То, что Бог учил нас буквально с первых минут войны, казалось непопулярным, казалось противоречащим всему, что происходит, но именно это вывело нас из этого рабства, с одной стороны, отчаяния: «Бог, как ты так допустил, что это происходит?», а со второй стороны, ожесточения, злости и мести. Бог, как они так могли? Смотрите, ходящий по плоти Богу угодить не может. Смотрите, если вы будете ходить по плоти, говорит апостол Павел, вы что сделаете? Умрете. Это очень серьезное заявление. Родные, на этой земле, в преддверии пришествия Господа, кто-то должен остаться здравым и находиться в духе. И это церковь. Мы не можем требовать сейчас от человека, который пострадал от этой войны, который потерял близких, потерял надежду, потерял дом. И мы говорим: ну давай, действуй по духу. Ему это непонятно. Но мы, церковь, должны смириться и сказать: окей, Господь. Вы думаете, Петру это было приятно слышать? Петр. Петр мог подумать: Иисус, да я пожалел тебя только что. Да я только что проявил свое сострадание к тебе. Как же так? А ты назвал меня сатаной? Сегодня очень серьезно Господь говорит церковью: церковь, если ты все еще хочешь исполнить мое призвание, тебе нужно уделить все свое время, все свои силы, чтобы остаться на моей чистоте духа. Помнить, что ты дух в первую очередь. Потому что ни отчаяние, ни ожесточение – это не является территорией или атмосферой Святого Духа, где Он может действовать, где Он может покрывать, где Он может защищать, где Он может буквально вытягивать людей из-под разрывов бомб и снарядов. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому, родные, призвание церкви номер один – наш тезис сегодня номер один – это сделать сознательное решение, что я преобразую мое мышление в образ Бога. Я думаю не так, как навязывает этот мир. Я думаю не только согласно человеческих мыслей. Меня ударили, мне больно, они несправедливо поступили, значит, мне нужно так же. Нет. Иисус, если вы заметили, противопоставляет постоянно. Если вы почитаете Нагорную проповедь, последние главы, где Иисус предупреждает о последнем времени, Он постоянно говорит: не будьте как они, не будьте как они. Он не просто говорит: будьте как я. Нет, Он там четко сказал: а вот как они не будьте. Как кто, как они. Как люди этого мира и как люди, которые называют себя, причисляют себя к религиозному сообществу, но на самом деле просто продолжают транслировать ожесточение и безбожие этого мира. Второй тезис, родные. Призвание церкви, которое не меняется до войны, во время войны и после войны. Призвание церкви – это молитва. Пожалуйста, напишите кто-нибудь в комментарии: молитва – это призвание церкви номер один. Давайте несколько ближайших минут мы поговорим о молитве. Хорошо, спасибо. Спасибо, родные, за вашу поддержку. Если вы не сделали репост, обязательно это сделайте. Пусть потоки Божьего откровения, Божьих уроков распространяются через сеть интернет. Кто-то просил английский язык.
My brother, I am going to make my videos in English too. I feel that I am kind of called of God to do this. So very soon we will start doing it. Okay? Итак, молитва, да, родные, спасибо большое. Молитва, любимые. Не просто молиться. Я сегодня, может быть, вы видели, разместила такой небольшой пост. Молитва – это не информирование неинформированного Бога о том, что происходит и какие нелюди те, кто это все сделал. Например, конечно же, говоря о войне в первую очередь или о любой другой несправедливости вопиющей. Молитва – это сознательное подчинение себя Духу Святому. Молитва – это зайти в тайную комнату, закрыть за собой дверь. Что это значит? Когда ты закрываешь дверь за собой, ты подчиняешь свою молитву Богу. Ты готов, и самая главная цель молитвы, послушайте, это сейчас мясо, как мы говорим, да, мяско. Молитва – это подчинить свою волю, свои уста и свое воображение всемогущему Духу Святому, который написано подкрепляет нас. Апостол Павел реально самый крутой молитвенник. Ну, согласитесь, мы когда его увидим, наверное, скажем: Павел, ты реально был крут. Что сказал самый крутой молитвенник и ходатай о молитве? Он сказал: мы не знаем, о чем молиться как должно. Церковь, давайте же, наконец, прислушаемся к самому крутому молитвеннику. Самый главный лайфхак молитвы, окей, Дух Святой, я не знаю, о чем молиться. С этого начинается величайшая победа, величайшее предвкушение. Потому что, когда Господь говорит: окей, ты капитулируешь передо мной, ты не называешь просто религиозной фразой, ты не натравливаешь, грубо говоря, меня на твоих врагов, окей? Этого полно сейчас, к сожалению, в церквях, в странах, где сейчас войны и несправедливость. Бог говорит: о, смотрите, смотрите, мой сын подчинил себя, а давай-ка я буду молиться через него. Родные, первое, мы подчиняем себя Духу Святому, мы говорим: я не знаю, как молиться, ты наполни меня. Второе, нам нужно понимать, молитва – это не религиозный какой-то акт. Молитва – это соприкосновение с Творцом неба и земли. Молитва должна проходить в почтении и страхе Божьем. Страх Божий номер один, послушайте, это не просто трепет и дрожь какая-то, нет. Твой трепет перед Богом в первую очередь отображается в том, что, приходя на молитву, ты удосуживаешься хотя бы узнать Его волю на ту тему, о которой ты хочешь молиться. Вы меня слышите? Уважение к Богу – это не просто прийти в молитве или в публичной молитве и вывалить все, и вывалить все свои чувства и эмоции, и снова сказать: Господь, давай там сделай то-то и то-то, да в конце ж концов, да коли. И я подумала, у людей Божьих часто нет страха Божьего, потому что в молитве они приписывают Богу то, чего Он никогда не делал. В молитве они просят Его сделать то, что Он уже давно сделал и повелел им что-то сделать на эту тему. Молитва – это, как на английском говорится, полный complete mess, полный беспорядок. И Господь учил нас, если мы как церковь хотим во время этой войны и всех последующих войн, катаклизмов и так далее остаться на плаву, нам нужно понять, что призвание церкви – это молитва. Но молитва в системе координат Бога. Молитва в Божьем страхе, в уважении и почтении к Его Слову. И перед молитвой будьте добры, откройте Его Библию и прочитайте, в частности, окей, время войн, потрясений и знамений перед пришествием Господа. Хорошо, Господь, что Ты сказал? Что Ты думаешь по этому поводу? Молитва вне воли Божьей – это просто бить воздух. Еще один лайфхак от самого крутого ходатая апостола Павла. Мы не можем просто бить воздух. Нам нужно говорить волю Божью. Если мы молимся по воле Его, тогда мы знаем, что Он нас слышит. Аминь. Если мы молимся не по воле Его, догадайтесь, что? И тогда, когда человек продолжает молиться вне воли Божьей, когда он не заботится вообще, эта молитва имеет резонанс в духовном мире, или она имеет резонанс просто в публичном пространстве, она имеет много лайков, она звучит так круто, так как бы по-человечески справедливо. Но вспомните, в начале эфира, что я говорила?
Иисус в любви, конечно же, но очень жестко поставил апостола Петра на место. Петр хотел защитить Иисуса всей своим человеческим желанием, просто сказать ему: «Иисус!» Он хотел пожалеть его. И Иисус говорит: «Отойди от меня, сатана!» Наша молитва должна быть из духа и в духе. Вот тогда мы будем на чистоте всемогущего Бога. Вот тогда мы с вами исполним призвание церкви номер один. Это молиться. Молиться за всех человеков. Внимание! О чем именно молиться за всех человеков? Родненькие, давайте, чтобы нам, как говорится, два раза не вставать. Чтобы нам не биться об одни и те же грабли. Мы поймем, наконец, что Божья молитва должна заключаться, начинать и заканчиваться об одном, что беспокоит сердце Божье больше всего. Потому что Бог не желает, чтобы кто погиб. Помните, это единственное. Молитесь обо всех, потому что Бог хочет, чтобы все достигли познания истины. Итак, номер один, молитва, это подчинение Духу Святому себя, свои слова, свои уста, свое воображение. И второе, молитва, это иметь почтение, да, приступать к престолу благодати, убедившись перед этим, что ты знаешь волю Бога. Какая воля Бога во время войны? Мы об этом говорили, и я буду говорить это столько, сколько смогу. Воля Бога не меняется. Ни до войны, ни во время войны, ни после войны. Чтобы никто не погиб. Божья победа номер один – это когда душа воссоединяется с Творцом. Самый главный вопрос, который интересует Бога – это территория Его Царства. Ее Он защищает. На нее брошены все силы Святого Духа. Итак, если Церковь Божья хочет остаться в воле Бога, ей нужно узнать Его волю и молиться согласно Его воле. И третье, конечно же, в контексте призвания церкви номер один. Любимые, пожалуйста, дайте знать. Я вижу ваши лайки. Давайте немножко активизируем наш чат. Напишите, пожалуйста, молитва. Еще раз, кто написал уже молитва, да? Напишите «воля Божья для церкви». Мы провозглашаем сейчас волю Божью для церкви. Спасибо, родные. И третий пункт в этом разделе нашей. Воля Божья номер один – это чтобы церковь, исполнившись Духа Святого, проявляла реальность Бога нашему поколению. И Господь говорил мне, что это не значит просто, вот знаете, стоять с трактатами, стоять там на передовой с трактатами. Нет, это значит, что ты исполняешься Святым Духом, и ты понимаешь, сейчас самое главное, чтобы души людей водворились у Господа. Родные, я делюсь вам очень откровенно. Если вы хотите на самом деле пережить свободу, наконец, от этой боли, от этого отчаяния, я знаю, что это бремя практически неудобоваримое. И мне Господь на днях буквально сказал: скажи моим людям, чтобы они научились ходить по духу, чтобы они все силы бросили на то, что бы ни произошло. Опять недавно был во Львове прилет. Да, вы знаете, это просто, конечно же, душат слезы. Но Господь говорит: пожалуйста, напоминай моим людям, чтобы они не теряли перспективу вечности. Церковь, если мы только будем смотреть над обстоятельствами и смотреть о горнем, и думать так, как думает Бог, мы будем над. Мы сможем людей спасать. Мы сможем людям давать настоящую, подлинную надежду. Но нам важно самим уверовать в это. Нам важно самим начать жить именно так. Окей. Аллилуйя. Проходим, идем дальше, хорошо? Итак, мы разобрали пункт первый главных уроков во время войны. Это призвание церкви. Преображаться в образ Божий, молиться на основании воли Божьей и, конечно же, держать перспективу вечности и все наши силы кидать на спасение душ. Теперь переходим ко второй части. Еще один очень серьезный урок, который Господь дал мне. Враг церкви номер один.
И однажды один человек написал: «Вы что там в Украине до сих пор не увидели, кто враг церкви номер один?» Конечно же, имея в виду главу соседнего государства и безбожную эту армию, да, правителей, которые инициировали эту войну. Давайте разберемся с вами, хорошо? Итак, Лука, 21 глава. Там, где Иисус говорит со своими учениками, кто-нибудь напишите: «Я его ученик». Это важно. Господь сегодня говорит со своими учениками в первую очередь. Он всегда это делал. Сегодня учеников стало как бы побольше, но он все равно продолжает говорить с учениками. Итак, Иисус в деталях рассказывает: смотрите, друзья, я ухожу, я дам вам Духа Святого, я засную, да, свою церковь. Будут миллионы людей, которые еще не знают меня, но вам лучше, чтобы я ушел, потому что теперь мой Дух Святой может ходить через вас и спасать миллиарды людей. Я представляю, как ученики вот так вот смотрели на него. Окей, окей, окей. А потом пошла настоящая жесть. И он говорит: а, еще. Перед моим приходом будут войны, будут военные слухи, будут землетрясения, голод, пандемия. Вас будут предавать, свои же. Вас будут убивать и думать, что они служат этим Богу. И смотрите, когда Иисус все это сказал, он не сказал: ай-яй-яй, но вам надо будет все силы бросить, чтобы рассказать всему миру, что происходит, что на вас напали, что то-то и то-то инициировали, что пандемию там, да, и так далее сделали, что эти навязывали процедуры медицинские и так далее, и так далее. Нет! Иисус весь этот список назвал, ученики были реально в шоке. И после этого он говорит: так вот, смотрите же за собою. Любимые, если вы из этого эфира ничего не вынести, запомните следующее. Если только мы, каким бы ни было потрясение, будем помнить эти слова Иисуса, я вам говорю, вы будете как поплавок, вы будете как человек, который на трамплине, какая бы ни была глубина, тебя вынесет наверх. Иисус сказал: смотрите за собою. Это ключ, это ключ. Исходя из этих слов, тут еще Марка 13 глава, и Иисус говорит: смотрите за собою, ибо вас будут предавать, брать в судилище, в синагоги, перед правителями и царями, и так далее, и так далее. Запишите, пожалуйста, в комментарии: смотрите за собою. Сделайте эту надпись себе в телефоне, сделайте заставку в сторис. Иисус, говоря о последнем времени, он не сказал, чтобы мы волали на весь мир. Какой ужас, какой ужас. Он говорит: есть кому волать. Люди в шоке, люди кричат, у них голосов уже нет от этой несправедливости и безбожия. Иисус говорит: этому надлежит быть. И потом огромными небесными буквами он ставит свое «но». Он не говорит: ученики, я вас люблю, я за вас умер, но придет самое страшное, нападет самый злой враг. Нет, он говорит: придет самое страшное, да, враг будет нападать, но смотрите за собою. Почему? Потому что, внимание, ключ, потому что он говорит: я буду в вас. И если ты посреди войны, пандемии и так далее, потрясения и голода, ты поставишь цель номер один – смотреть за собою, это значит, рано или поздно ты получишь откровение, что самое главное предназначение церкви – это позволить Духу Святому быть, жить, дышать и ходить в ней. Вот почему Иисус говорит: церковь, смотри за собою. Вот почему мы выходили из церкви в первые дни войны, и мы были в шоке, и мы не знали, как молиться. И все хором орали и кричали и проклинали. А Бог говорит нам одно и то же: смотрите за собою. И только теперь открывается для меня полная картина. Потому что когда церковь смотрит за собою, таким образом она дает место Духу Святому очистить ее, быть с ней, провести ее, вывести ее в свою волю и, самое главное, употребить ее для своей воли. А воля Божья, смотри, пункт номер один, чтобы никто не погиб. Аллилуйя! Это наш ключ. Итак, исходя из слова Иисуса,
Так кто же враг церкви номер один? Ф. Аучи. Вы поняли, о ком я говорю? Б. Эйс. Как там его? Билл. Вы поняли? Люди, которые инициируют, люди, которые сговариваются, да, президенты там и так далее. Нет. Исходя из слов Иисуса, враг церкви номер один, злейший враг, это тот, который атакует самое главное. Услышьте меня, пожалуйста, не отвлекайтесь, сделайте кто-нибудь еще раз репост. Церковь, если мы только это поймем. Что самое главное, зачем сегодня Дух Святой стоит горой? Самое главное, то, ради чего умер Иисус Христос, чтобы связь человека и Бога была восстановлена. Почему? Потому что если человек хранит связь с Богом, это значит, через него Бог может буквально править на этой земле. Буквально спасать, исцелять и воскрешать. Бог бросает все силы на то, чтобы его церковь посреди войны не потеряла свою чистоту. Чтобы ее не выбило отчаянием и ненавистью. Чтобы церковь понимала, что главная борьба идет все еще за души людей. А души людей могут быть спасены только через церковь. Родные, самый главный враг церкви номер один. Запишите это на скрижалях сердца. Самый главный враг церкви номер один. Я прихожу к выводу. Главная угроза – это то, что мешает церкви быть той, кем поставил ее Бог на земле. И делать то, ради чего Бог оставил церковь здесь, на этой земле. Любимые, я еще раз это повторю. Пожалуйста, исходя из Божьего Слова, исходя из наставления Христа для финального времени, мы с вами приходим к выводу, что враг церкви номер один – это не соседнее государство, это еще не другие государства, которые сегодня сговариваются, идут торги, идут переговоры. Что это? Это сыны противления. Это то, что Бог говорил. Это то, что дьявол сейчас беснуется, потому что он ненавидит Бога и его творение. Он знает, что время заканчивается. Посреди всего этого Господь говорит, самый злейший враг, если только церковь потеряет свой фокус, если только церковь ожесточит сердце и не сохранит веру. Я говорила в прошлый раз, самое жалкое зрелище – это церковь, которая уподобилась миру, которая перестала слышать голос своего пастуха. И церковь, которая бросает свои силы, свою жизнь отдает не ради того, ради чего Иисус отдал свою жизнь. Любимые, это было жестко и глубоко. Но как, когда многие пишут мне или в личку, или в комментариях, как ты можешь это говорить? Я говорю, за этими словами стоят красные буквы Иисуса Христа. Что стоит за вашими обвинениями? Или еще одна фраза. За какое из этих слов Иисуса ты хочешь меня обвинить? Давайте, любимые, просто, как один пастор подошел, говорит, какое-то время я вас не мог слушать, а потом мое сердце открылось. Родные, пусть сердца будут открыты, окей? Враг церкви номер один. Включая пандемии, гнет, войны, голод, предательство, ненависть. Это не враг церкви номер один. И не угроза для ее служения и жизни на земле. Еще раз послушайте. Первоапостольская церковь. Их убивали. Над ними издевались. У них была реальная угроза смерти каждый день. И это не было их. Это не останавливало их от их призвания. Так почему мы думаем, что если вдруг на нашей территории страны началась война, теперь уже все, надо сложить руки или нужно кинуться, ринуться, чтобы всеми силами закончить войну, если бы мы только знали, как ее закончить. Но почему-то же нету среди людей, верующих людей, которые знают, как закончить войну. Поэтому я приняла решение. Я буду делать то, что я точно знаю. Я буду делать то, на что меня поставил Бог. Я буду делать то, на что Бог меня оснастил сверх
естественно. Я буду спасать драгоценные души. Собственно, именно это и делали первые ученики. И за 300 лет Римская империя была полностью преображена Божьей славой. Родные, давайте не будем терять времени. Если только мы уловим это откровение, смотри за собой. Заботься о том, чтобы быть в моей воле. Если только так миллионы людей придут в молитвенную комнату, я вам обещаю на основании Божьего слова, атмосфера изменится, атмосфера в Украине изменится, наступит божественное пробуждение, которого мы так сильно хотим. Аллилуйя! Аллилуйя! Итак, вывод. Да, Иисус предупреждал, что будут войны, но даже они заканчиваются в сердцах людей по мере того, как они переходят из тьмы в чудный свой свет. Один из слоганов нашего служения – «Жнива вже не спинити». Еще ни один тиран, еще ни одна война не смогла остановить излияние Святого Духа через Его Церковь. Аллилуйя! Аминь, родные! Привет вам, те, кто только что подключился, кто смотрит в записи. Попрошу вас традиционно сделать, пожалуйста, репост. И мы переходим к третьему уроку, главному уроку во время войны. Аллилуйя! Итак, зона церкви номер один или друг церкви номер один. И мое лицо расплывается в улыбке, потому что мы будем говорить о Святом Духе. Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! Тут говорят, что звук слишком громкий. Напишите, родные, чуть надо понять. Спасибо, Господь! Спасибо, Господь! Итак, зона роста церкви номер один или друг церкви номер один. 2 Коринфянам 6:16. «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них». И буду их Богом, и они будут моим народом. В самый разгар этой войны, когда начались отключения, блэкауты и так далее, помните, да? А много людей говорили, ой, нам надо научиться жить без еды, без воды, да? Нам надо научиться то-то и то-то. Мы научились, мы на самом деле научились там генераторы заправлять и так далее, и так далее. Пришло много навыков, да? И сейчас это как бы в тренде. Научитесь там, освойте, занимайтесь там физически, чтобы вам можно было выжить, если вдруг не будет того-то и другого, если не будет наличных на навыки. И посреди этого, когда я размышляла, однажды мне Господь говорит, а знаешь, какой самый главный навык, который я хочу дать моей церкви? И я подумала, оу, дорогой Иисус, классно, когда мы размышляем, Дух Святой может вот так вот, оп, и войти в эту беседу. И Он мне сказал, самый главный навык церкви, самое важное, что церковь должна освоить, во время этого времени потрясения, внимание, это умение взаимодействовать со Святым Духом. Я начала размышлять об этом и пришла к выводу, ведь действительно, все то, чем переполнена Библия, все обетования, все призвание церкви, все те чудеса и знамения, которых мы молимся, которых хотим, которых ждем, смотрите, весь этот огромный список, и вы понимаете, да, которые здесь верующие люди, драгоценные мои служители, вы понимаете, о чем я говорю. Мы хотим этого очень сильно. И Господь говорит, хочешь этого? Все это следствие того, что ты проводишь время со мной и ходишь со мной. И я начала думать. Первая церковь. Они были, я люблю говорить, Вась-Вась со Святым Духом. Ну, вспомните. И сказал Дух Святой, и отделил Дух Святой, и не пустил Дух Святой, и там подтвердил Дух Святой. Они ходили с Ним. Он был настолько близок к ним, а они к Нему, что это было логично. Потому что там, где Дух Святой, там что? Там свобода. Там, где Дух Святой, там Слово становится плотью. Там, где Дух Святой, там бесы орут и выходят. Там, где Дух Святой, там мертвые воскресают. Эй, церковь, где твой Дух Святой? И это просто разорвало изнутри меня снова и снова. Мое сердце снова расширилось. Вау, Дух Святой, я не знаю тебя.
Я не знаю, как ходить с тобой. И Господь говорит: церковь, самый главный навык. Вот реально, когда человек рождается, самый главный навык, чтобы он, кушал, правда? Помните, этот сосательный рефлекс. И врачи сразу: эй, он кушает. Внимание, сос не кушает, быстро, реанимация. Теперь Господь говорит: церковь, внимание. Если в это последнее время перед моим приходом ты не научишься буквально ходить с Духом Святым, эта ситуация очень серьезная. Это трагедия. Научись все свои силы брось туда. Многие говорят: посвящение — это значит, когда день расписан, когда у тебя куча встреч, куча поездок, куча там гуманитарной помощи и так далее, и так далее. А я конфронтирую вам на основании Божьего слова и моего жизненного опыта. Посвящение — это когда ты убедился, что ты слышишь Его голос для тебя. Когда ты убедился, что ты думаешь на основании Его слова. Посвящение — это когда ты отделил достаточно времени, чтобы услышать, что Он делает сейчас вообще глобально. То, что люди называют войной, Он называет жатвой. Это как пример. Это как пример того, насколько Его мысли отличаются от наших. Мы говорим: война, все, прощать будем потом, служить будем в силе Духа Святого потом. Он говорит: война — это жатва. Именно сейчас нужно это делать. Это как маленький пример, родные. Очень важно нам посвятить себя, чтобы научиться. И некоторым из нас нужно реально с нуля. Я недавно проповедовала в одной церкви и сама себя насмешила. Может, кого-то из здесь вас насмешу. Я говорю: давайте начнем общаться с Духом Святым. И у некоторых эта молитва будет звучать буквально: Дух Святой, ты кто? И я подумала: да хоть так. Ну, хоть как-то начать-то молитву надо. Хоть как-то общаться с Духом Святым надо. Любимые, я вас умоляю, унесите с этого эфира это откровение. Сейчас навык церкви номер один. Это не затариться продуктами, это все нужно. Ни в коем случае не услышьте то, что я не говорю. Это все нужно, это следствие, это добрые дела, которые прославляют нашего Бога. Но главный навык, все оттуда, все начинается с того, что церковь научилась ходить со Святым Духом. Иисус не зря сказал: ничего не делайте. Они такие: как ничего, Иисус? Да мы же с тобой уже и то, и другое, и третье делали. Он говорит: ничего, пока не исполнитесь Духом Святым. И я еще один вызов брошу тебе, мой любимый брат и моя сестра. Если только ты примешь решение каждый день. И даже если у тебя каждый день расписан уже, я говорю здесь про служителей, про пасторов, про волонтеров и так далее. А попробуйте сделать такой челлендж. Рано утром встаньте, наполнитесь Духом Святым, только по-настоящему. Исполнитесь им, молитесь на языках, поклоняйтесь Богу. Убедитесь, что вы исполнились Святым Духом, и скажите: Дух Святой, я приглашаю тебя в этот день. И вы увидите, что ваш день, что ваше расписание будет изменено. У некоторых с точностью, да наоборот. Итак, зона роста церкви. Это такое, знаете, чтобы не сказать жестче, а на самом деле самое слабое место церкви. Самое слабое место церкви – это взаимодействие с Духом живого Бога. Это Он исцеляет. Это Он защищает, это Он проявляет и слова Иисуса Христа, это Он напоминает, это Он вдохновляет, это Он оснащает, это Он останавливает войны в сердцах людей, это Он. А мы иногда настолько расписываем свои дни, что говорим: а тебе здесь нечего делать, Дух Святой. Еще один челлендж, дорогие, это серьезная тема, и мы дальше уже не пойдем, на этом и закончим. Пожалуйста, просто для себя прикиньте, насколько твоя жизнь зависит от Духа Святого? Насколько вот эти пункты, что если не Он, если не твоя тотальная зависимость от Него, Его сверхъестественное оснащение, защита, обеспечение, мудрость, буквально инструкции каждый день, как жить, если бы не это, то что ты не смог бы сделать? И у многих из нас эти пункты, эти планы все равно огромные. И это могу, договориться могу, это найти могу, снять видос смогу, провести молитву могу, все могу. Я вам говорю, это очень серьезный
тревожный знак. Если мы без Него можем делать так многое, то это тревожный знак, потому что Иисус говорит: без меня вы не можете делать ничего. Значит, вот это все в Его глазах ничего. Это очень серьезные вещи. Поэтому еще раз запомните, посвящение начинается не с распланированного дня, не с того, что тебя пригласили и туда, и ты там выступил, и там сделал какой-то сторис и так далее. Посвящение – это пойти к Богу и сказать: Господь, я не встану с колен, пока не наполнюсь тобой, пока не буду уверен, что моя жизнь соответствует тебе, пока не буду уверен, что я бросаю свои силы, свои финансы, свои молитвы, свои посты, свои планы ради того, ради чего ты умер. Это очень серьезный лайфхак и очень серьезный показатель. Любимые, идем дальше. Остановиться трудно, но это глубина. Я делюсь с вами откровенно, потому что понимаю, что время коротко. Однажды на днях мне Господь сказал: это мое сознательное решение. Дух Святой проговорил ко мне: услышьте меня. Это мое сознательное решение. Отдать часть своей вечной жизни, божественной жизни, человеку, Божьему творению, здесь, на земле. И я по-новому увидела: Его нет там, на небе. Одна женщина меня спрашивает: я правильно услышала, как это Духа Святого нет на небе? Я говорю: да, правильно услышали, Его нет на небе. Как это Он оставил престол? Я говорю: ну вот так, взял и оставил, чтобы жить на этой земле с церковью. Боже мой! И Он говорит мне: я хочу разделить свою жизнь с тобой, с моей церковью. А ты, моя церковь, ты хочешь разделить свою жизнь с моей? Ты хочешь, чтобы моя жизнь текла в тебе? Любимые, это не просто религиозные фразы. Это или. И среднего быть не может. Это не мы приглашаем Духа Святого. Дух Святой, приди в этот эфир. Ты ж понимаешь, я ж делаю дело Божье. Я ж хочу, чтобы оно было помазано. Нет. Я говорю: Дух Святой, а можно я сначала узнаю, что ты делаешь и что ты говоришь, а потом в сокрушении и смирении войду в эту твою жизнь на этой земле. Родные, вы чувствуете разницу? И если только церковь увидит, уловит эту связь и начнет вот так жить, это не мы приглашаем его на наше служение, это мы говорим: Господь, что ты хочешь делать в этом служении? А хочешь ли ты вообще, чтобы это служение было? Или, может быть, надо его переформатировать? И такое бывает. О, любимые, услышьте меня! Недавно Господь на нашем шатре Божьей славы, кстати, если вы в Киеве, добро пожаловать, смотрите за анонсами, мы проводим служения в Киеве, нашей церкви «Дай этой жизни», а также есть вечера пророческого поклонения, шатер Божьей славы, мы проводим их здесь в студии, поэтому смотрите за анонсами. Недавно Господь мне сказал, что очень важно нам быть глиной в Его руках. Глина не имеет формы, не имеет цвета, не имеет ничего. У глины единственное преимущество – она полностью подчинена своему Творцу. Любимые, сила церкви номер один – это тотальное подчинение и зависимость от Духа Святого. Мне так нравится местописание: «И ходил Енох с Богом, и не стало его». Я хочу так ходить с Богом, чтобы меня, наконец, не стало. Чтобы в этом эфире, когда мы смотрим друг на друга, мы понимаем: вау, это Иисус, вау, это Его голос. Боже мой, я не вижу ее, я не вижу его, не стало ее. Здесь только Он, Его сила, Его слава, Его присутствие. Аллилуйя. Да не станет нас, да проявится Он, аминь, в наших телах, в наших молитвах, в наших церквях, в наших эфирах. Любимый друг церкви, номер один – это Дух Святой. Многие спрашивают, какое самое важное послание для церкви в это последнее время. У меня и это есть сегодня для вас, родные. И это все об одном и том же. Послание номер один для церкви последнего времени. Убедитесь, что вы внимательно слушаете и даже сделаете репост. Потому что я собираюсь сказать вам главное послание церкви последнего времени. Оно звучит так. Исполняйтесь Духом Святым. Исполняйтесь Святым Духом, чтобы познавать волю Божью, познавать Его характер, чтобы знать, о чем молиться, чтобы различать Его присутствие,
чтобы наполняться Его дарами и Его плодами, чтобы различать духов обольщения, чтобы иметь дерзновение для проповеди Евангелия, чтобы иметь силу противостоять греху. Итак, главное – это состояние наполнения Святым Духом, хождение со Святым Духом. Любимые, на этом, я думаю, мы будем завершать эфир и обязательно несколько минут. Я хочу помолиться за тех, кто в эфире и кто смотрит в записи, потому что я верю, что посреди нас Он. Аминь. Итак, вся полнота хождения с Богом, призвание и Царство Его – это следствие нашего общения и жизни со Святым Духом. Запомни, Он оставил престол, и Он сознательно решил прожить эту часть своей вечной жизни со своей Церковью. Это не то, что ты куда-то идешь и по пути хочешь пригласить Его. Нет, это то, что ты оставляешь все. Ты кидаешь все свои силы, чтобы узнать, Дух Святой, а куда ты хочешь идти в моей жизни? И ты входишь в Его жизнь на этой земле. Господи, как это сильно. Родные, я ощущаю Его присутствие здесь. Пожалуйста, закройте ваши глаза, любимые. Даже если ты смотришь в записи, помазание Святого Духа здесь. Все, о чем мы говорили. Я знаю, что это могут остаться только словами, но я верю, что из-за помазания, из-за присутствия Бога через эти слова, через посвящение и капитуляцию, это помазание может преобразить твое сердце и твой дух. И наполнит тебя не только информацией. Но знаете, как некоторые говорят, что-то происходит. Я что-то ощущаю. Одна моя соседка, когда я только покаялась, она говорила моей маме, вот вы на молодце, а мы ничего робится. Что это? Это когда мы ощущаем Его посреди нас. Аминь. Он не хочет просто дать нам еще информацию. Он хочет пронзить нас своей реальностью, своей любовью, своей силой и своим прикосновением. Поэтому давайте сейчас закроем глаза, и эти несколько минут мы побудем в Его присутствии, присутствии всемогущего, драгоценного Духа живого Бога. Господь, мы молимся вместе с моими братьями и сестрами. Только что, Господи, мы верим, что Ты учил нас, и мы принимаем от Тебя, от Духа эти драгоценные уроки. Я молюсь, Боже, пусть Твоя сила, благодать проистекает сейчас в этом эфире, Господь, на каждое сердце, на каждую душу, на каждое тело. Господь, мы принимаем Твое прикосновение от макушки головы до подошвы ног. И в то время, как мои братья и сестры принимают решение капитулировать перед Тобой, и Господь в первую очередь научиться, как церковь, ходить с Тобой, я молюсь, драгоценный Дух Святой, пусть придет жажда. Жажда и страсть и ревность каждый день жить эту жизнь в согласии с Тобой, Твоей волей и Твоим словом. И также в Твоем присутствии, Господь, мы пленяем сейчас всякую мысль страха послушания Христу. Всякая тревога да уйдет во имя Иисуса. Господь, на основании Твоего слова, когда мы отрекаемся от страха, от ожесточения и отчаяния, Господь, Твоя сила приходит и наполняет наш дух. Мы принимаем, Господь, Твой мир, Твой шалом, Твою божественную силу во имя Иисуса. И, любимый, буквально еще одна минута. Я прошу сделать репост, потому что будем молиться сейчас об исцелении для тех, вы знаете этих людей, или просто сделайте на вашей страничке репост сейчас во имя Иисуса. Буквально на днях у меня были какие-то симптомы в теле, сразу говорю, они, мое тело подчинилось, но Бог дал мне урок очень серьезный. Я говорю, Господь, что-то с моим телом как будто бы не так, я хочу, чтобы оно работало нормально. И смотрите, как важно, когда мы Духа Святого приглашаем в нашу молитву. Любимые, запомните, апостол Павел напоминает, я не знаю, как молиться. Дух Святой, смотрите, начало молитвы, еще раз, запомните. Господь, я приветствую Тебя. И второй пункт, я не знаю, как молиться. Дай мне эти слова, захвати меня Твоим потоком. И вот и я просто говорила с Духом Святым, и Он дал мне удивительный урок исцеления. Он говорит, а кто сказал тебе, что твое тело работает ненормально? И это выглядело как странное какое-то. Господь, я же тебе только что сказала. Ну, и мое тело мне сказало. Но Господь знает, что Он имеет в виду.
И он говорит, а почему твое тело должно говорить тебе, как оно работает, нормально или ненормально? Внимание, очень серьезный урок. Наши тела не могут быть показателями того, нормально они работают или нет. Потому что в твоем теле живет Дух Святой, и ты его храм. И он говорит, так твое тело тебе говорит, оно нормально работает или нет? Или ты говоришь твоему телу? Вау! Это было очень сильно. В Божьем присутствии тут же я понимала, что мне нужно выхватить этот урок, и я тут же начала молиться. И теперь, внимание, когда мы молимся из Духа, приходят слова, которые ты сам бы не придумал. Из моих уст вышли слова, и мы сейчас будем молиться этими словами. Я вдруг сказала, во имя Иисуса, я приказываю моему телу, внимание, работать согласно воле Божьей для моей жизни. Это было так сильно, и мое тело подчинилось. Проявились буквально, моментально. Я вам говорю, на следующий день все симптомы ушли, мое тело перестроилось. Это был серьезный урок, и я делюсь с вами, родные. Если воля Божья для тебя, чтобы у тебя еще были дети, чтобы у тебя были дети, если воля Божья для тебя, чтобы ты исполнил предназначение, а тело говорит что-то другое, то приказывай ему, и ты исполнишь волю Божью. Итак, давайте молимся все вместе. Повторяйте просто за мной. Говорите это своим телам во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа я приказываю моему телу работать и функционировать каждому участку, каждой системе, каждому органу моего тела. Я приказываю работать, внимание, в соответствии с волей Божьей для моей жизни. И, Господь, мы принимаем Твое исцеляющее помазание Святого Духа Божьего. Тела подчиняются сказанному слову. Тела подчиняются воле Бога и Духу Святому, живущему в них. Во имя Иисуса Христа. Любимые, я хочу провозгласить Божье благословение над вами. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы вышли и были со мной в этих глубоких уроках Духа Святого. Снова и снова. Я прошу вас о ваших репостах. Не только этого видео, но и 5 минуток, которые Господь дает мне. Потому что так происходит пробуждение последнего времени. Иисус сказал, идите и научите. Сегодня исполнить заповедь Христа, идите и научите. Некоторые из нас могут просто за одну секунду, просто нажав кнопку поделиться. Я отношусь к этому серьезно. Поэтому я прошу вас, сделайте это. Потому что мы не знаем, как Бог может распорядиться этим видео и этим временем. А то, сколько сообщений приходит в личные сообщения, и некоторые из вас тоже писали, излишне говорить. Бог сегодня совершает свою работу, и нам важно быть как одно, быть как одна команда. И если это касается тебя, я точно знаю, что Бог хочет, чтобы это драгоценное послание о силе Святого Духа, об отречении, о повестке дня церкви, чтобы это послание шло дальше. В описании видео я сделаю снова ссылку на сайт нашей книги. Как вы знаете, мы издали книгу «Повестка дня церкви». Вы можете заказать печатную версию. Также вы можете скачать аудиоверсию и PDF-формат. И, конечно же, мы предлагаем вам сделать ваше посильное пожертвование, сделать ваше семя любви в наше служение, в нашу семью, чтобы его слово продолжало звучать, чтобы драгоценные души продолжали водворяться у Господа. Люблю вас, родные. Спасибо большое. Притяжение неба с каждым днем все сильнее. Пока, до встречи в следующих эфирах.